100 пожарных извещателей в ближайшее время подарят жителям города сотрудники Госпожнадзора. В Иванове стартовала одноименная социальная акция. У Анастасии четверо детей, а значит, семья женщины нуждается в мерах повышенной безопасности. Вручаем вам вот такой пожарный извещатель автономный, вот, который будет реагировать на возникновение пожара, на дым. Вот в эту зону попадает дым. Вот, он, собственно, подает сигнал. Извещатель среагирует на дым и в случае ЧП предупредит жильцов об угрозе. Установить такой прибор лучше, конечно, в каждой комнате, но в небольшой квартире и одного будет достаточно. Так как вот я работаю очень много, чтобы содержать всех, то есть дети, бывает, у меня остаются, ну, старшему уже 16, то есть под его присмотром, но все-таки младшие могут что-то набедокурить, поэтому я думаю, это будет очень полезно, мало ли он не углядит, что-то случится, и тогда он мне сообщит или сразу позвонит. Сергей – отец четверых детей. Живет семья во временном жилье, предоставленном мэрией, потому что их квартира в 2015 году дотла сгорела. Тестится. Одним нажатием работоспособность проверяется. Вот. То есть при попадании в данную зону дыма, то есть он произнесет даже такой. Пожарный извещатель – подарок невероятно уместный и нужный. В семье Лебедевых вопросами безопасности после пожара не пренебрегают. Особенно сейчас, когда мама семейства ждет 5-го по счету малыша. Мы находились в комнате, а на кухне уже в это время там с другой квартиры уже было пламя и дым пошел. Вот если бы такая бы штучка вовремя сработала, мы бы успели бы вовремя вызвать пожарную охрану. Ну, пожарную, как говорится. И квартира бы так бы не пострадала. Вот, не пострадала бы крыша, ни стены, и не мебель бы. Просто вот благодаря, наверное, таким штукам и будет меньше пожаров. Специалисты Госпожнадзора напоминают, извещатель от пожара не спасет. Поэтому, ко всему прочему, нужно соблюдать меры предосторожности. А если беда случилась, немедленно звонить 01. Автономный пожарный извещатель, он, сказать, устанавливается один. То есть у него сигнал никуда не выходит. Он только оповещает звуковым сигналом о том, что произошел пожар. В зал достаточно поставить один по центру, вот, дабы, так сказать, когда дым поднимался кверху, то есть он сработал. Тщательного ухода пожарный извещатель не требует. Достаточно раз в год менять в нем батарейку. Звук довольно громкий, при необходимости разбудит даже спящего самым крепким сном. Мария Смирнова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.